В этом видео я расскажу вам о топовых огнях от производителя Gimney Enterprises, который вы сможете установить на вашу лодку, катер или яхту. Топовый огонь устанавливается на верхнюю точку вашего судна. По высоте этого огня другие участники движения могут судить о габаритах вашей лодки. Также он используется при якорной стоянке. А на лодках до 7 метров разрешается использовать его как основной ходовой огонь. Это заводская упаковка. В таком виде товар находится на складе. У меня на столе представлено две модели. Один огонь с лампой накаливания, другой со светодиодом. Давайте откроем и посмотрим их поближе. Лампа накаливания. Светодиод. Вы все увидели своими глазами. Хочу отметить, что светодиод потребляет мало, поэтому его можно оставить на всю ночь и не беспокоиться, что разрядится аккумуляторная батарея.